Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 онлайн, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаем на вопросы и, главное, дарим денежный бонус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич и Димка, и сегодня у нас шоу «Эксперименты в GTA 5 онлайн». Здорово, всем пацаны! Итак, ребята, свежая подборочка машин и эксперимент езда по воде. Итак, ребят, для тех, кто не знает, у нас есть такая небольшая конструкция, два спуска, на которых мы можем ехать вниз с помощью нитро, потом, когда касаемся воды, уже едем без нитро. А наша задача пробраться через все вот эти платформы. Напомню, что волны могут быть высотой выше, чем машина в 2-3 раза, ну и, в общем-то, наша задача через эти волны проехать. А сегодня у нас будет система бонусов, где-то есть стоят бусты, которые будут придавать ускорение обычным машинам, также есть трамплины, чтобы перепрыгнуть волны высокие. Ну и заборы, которые придется объезжать. Наша задача добраться до конца, и все машины, которые, в общем-то, прыгнут с трамплина, который находится в конце, автоматически побеждают. Но, как показывает практика, доезжают вообще далеко-далеко не все. Итак, давайте начнем, в общем-то, непосредственно с машин, ребята. Первый у нас сегодня будет танчик и вот такой вот какой-то катер на колесах, что такое, не понимаю даже. Но смотрится интересно. В любом случае, ребята, когда посмотрите ролик до конца, напишите в комментариях, какая вам машина больше всего понравилась. Слушай, а у тебя танчик такой из какой-то игры, да, я забыл, что у тебя там разница небольшая. Так, у меня нитро нету, но у меня зато катер. Это реально катер или не катер, мне интересно? Оу! Понимаю! Авария, Хьюстон, у нас проблема. А ты едешь? Этот дебил свелся на тебя ракетами и не отпускает ее. Понимаю. А, слушай, прикинь, хочешь прикол? Да. Волны поднимаются так высоко, что перекрывают бусты, их не видно. Слушай, а у меня такое ощущение, как будто у меня какой-то... Бэй! Байк! Эй! Не стреляй, страшно нафиг. Слушай, охренеть, а он поплывет? Ну так чё я мучаюсь, он плывет. Это реально маленький катер на колесах, ребята, вы посмотрите просто. Слушай, я так эпично в нем сижу, такой, знаешь, здоровый мужик в таком детском катере. А ты ешь? Да, ему вообще похеру по барабану на воду. Нифига ты там шпаришь на самом деле. Так, ну по воде, конечно, он доберется. Это значит, что он вообще доберется до конца. Но по платформе, мне кажется, немножко быстрее будет, да? Надо со волной Волна! Ну серьезно. Блин, просто на катере не могу догнать какую-то хрень, да? Типа танчик такой небольшой. Не, ну он вообще не тонет. Надо его тоже будет у меня в воде протестировать. Так. Он реально не тонет? Прям настолько хорош? Ну, видимо, да. Так, ну давай, хоть... Господи, я пытаюсь рулить, но он просто реально ведет себя как корабль. Может, нитро поджать, которого у меня нету, чтобы быстрее хоть как-то ускориться. Он точно не утонет, ребята, потому что, как говорится, ну, вот на корабле утонуть тяжело. А так. Почему он на тебя свелся опять? Каким образом? И самое интересное, а, чем? Утонул. Ты утонул? Да. Офигеть. Ну, слушай, ты доехал практически до конца, я уж так и быть доплыву, ребята, потому что, ну, много времени занимает. А, нитро ему вообще не помогает. Ну-ка, прыжок. О, знаешь? Оу! Зачем я взорвал? Додик. Страшно, блин, было. Короче, ты понимаешь, он этот, он когда прыгает, встает на ноги. То есть это как будто замененка байка какого-то. А, он даже на трамплинах не это, да? То есть и байк, и лодка одновременно. Понимаю, короче, да, все. Прилетели, доехали, вот здесь его бросим. Ну, интересно, пишите комментарии, что думаете. Мы сразу, не отходя от кассы, идем к следующей порции машин. И здесь газонокосилка. Ну, даже не знаю, что лучше. У тебя трактор какой-то. А, слушай, а я... Я вообще бесшумный. Экологически хорошая газонокосилка. Так, тут где-то нитро. Слушай, я так интересно нитро поставила, что постараться их взять еще нужно постараться. Это сложно. Нифига ты у меня прошуршал. Дима, он тонет. Я, короче, через волны очень тяжко еду. У меня еще волны высокие. Я пытался взять нитро, но у меня не получается, ребята. То есть вот эти пока что начальные машинки, они такие слоупочные. Так, давай-ка мы немножко ускоримся, потому что ты медленный, охренеть. Что с ними не так? Что с скоростью? Ну, в целом 65. Ну-ка, нитро. Ура, я взял нитро и целых 55 км в час поехал, понимаю. Я, кстати, 80 еду, но он не тонет тоже, но опять же. Так, ну, ребят, я буду прожимать нитро, чтобы ехать просто эту трассу быстрее, но когда волны, получается, я ничего уже не нажимаю, чисто еду, утонет, не утонет. В общем-то, смысл эксперимента именно посмотреть на это. Ну, слушай, я тоже удивлен, что он не тонет.
стопы, а что, моя херня не тонет, что ли? Ты понимаешь? А бусты, которые я поставил, они, короче, в воде не работают. Машина только начинает бустить, и все. Я приехал. Я очень быстро приехал, и, в общем-то, такое себе. Давайте мы его здесь остановим. Это, ребята, середина трассы примерно. Ну, держался молодцом. У Димки трактор едет. А, это танк, господи, а где ты? А ты? А где ты? Ты так быстро все добрался? Да, я 60, 70, 80, он не тонет. Ну, интересная, ребят, просто конструкция. Вот такая вот тонет. Длинная какая-то хрень. Возможно, но это хороший показатель, и эта машина добирается, ребята, у нас до финиша. Погнали дальше, посмотрим на следующую подборочку. Здесь у нас что? У меня здесь Феррари... А не Феррари, а Мазда Фурия. У тебя здесь вот такой вот, ребята, этот, Мерседес Стрела. Ну, попробуем. Так, у меня тут нитро есть, можно воспользоваться. 300, хорошо. Так, плыли. Нитро. Прыжки тоже нужно юзать, ребята. Машина будет, надеюсь, ехать получше. Так. Ну, плюс-минус, прыжки-то, кстати, реально машина помогает. Может через волны перепрыгивать. А если еще машина хорошо прыгает, то это прям реально имба. Перед прыжком, а ты уже едешь на прыжок. Так. Хоба! Слушай, а реально помогает. Вот это хорошая фича, но, конечно, при условии, если машина может, ну, наехать, да, если может прыгнуть. Офигеть. Я утонул раньше, чем прыгнул, понимаю. Но Фурия неплохо съехала на самом деле. Уже, что ли? Даже до меня не доехал. Так, ребята, это был у нас Мерседес Стрела. Убираю его в сторону. Окей, слушай, я думал, что эти машины доедут. Футуристичные, интересные, но нет. А дальше у нас идет вот такая вот Ламба Диабло и против меня Porsche Roof. Кстати, у тебя дальше спана идет. А спана, насколько я помню, едет хорошо. Ты куда? Решил со мной проехаться? Ну, поехали. Я думал, ты решил прокатиться на капоте. Так, ребят, хорошая тачка. 350 км в час. Врываю. О, нихера она полетела, братан. Я просто метров 100, наверное, перелетел с большой скоростью на трамплине. Я тоже. Я дальше на трамплина. Хорош. Вот тут волна высокая. Перелети ее. Давай. Перелетай. Слушай, она реально могёт. То есть, как бы... Хоба! А вот это офигенный плюс. Я не знаю, как вам, ребята, а я считаю, что вот такие трамплины, они реально помогают машинам, ну, чуть дольше держаться и не тонуть. Прям хорошая тема. Пишите в комментариях, что думаете. Я пока что пытаюсь прыгать, но не понимаю, к чему это приведет. О, тут еще с бустом. Ой, и волны нету. Как и Мерседес. Серьезно? Так. Я стараюсь прыгать, стараюсь пользоваться. И, кстати, у Диабло реально хорошая аэродинамика. Так, волна. Просто не проехать, не уехать. Сейчас утону, чувствую. Ну, вроде еду. Так, а у тебя там как дела? Да, все, я утонул. А, в следующую машину ты брать не стал еще, да? Так, танчик. Диабло просто из стороны в сторону мотает, болтает. Болтаю я, конечно. Машина есть, пытается что-то сделать. Пока нет. У меня охренеть волны. У меня Диабло просто как подводная субмарина плывет. Мне кажется, все. Прикольно. Она не утонула, серьезно? Утонула. Она не утонула, ребята. Она была прям очень сильно в воде и не утонула. Охренеть. Нитро, хорош. Офигеть, Диабло не тонет, прикинь. Она добирается, и, ребята, смотри, как пуляет. Вообще летает очень хорошо. Я максимально удивлен. Это третья тачка, которая не тонет, катается под водой. И прям похлопаем. Так, ладно. Что там дальше? Дальше у нас здесь... Да, драгстер какой-то. Но как показывает практика, ребята, все драгстеры у нас просто тонут, мама не горюй. Поэтому попробуем пропользоваться прыжками. У меня нету нитро. Спана хорошо полетела. Но спана точно доедет. Так, прыжки реально спасают машину. Ты что, утонул, что ли? Нет, я специально торможу проверить. А. Ой-ой-ой, меня волна накрыла. Я приехал. Меня просто смыла волна, понимаешь? Прикольно, я поехал. Да, очень хороший драгстер, ребята, драгстер жук, но, как показывает практика, такие машины я у нас думаю, едут очень плохо. Нитро прожать мне, потому что, ну, как бы...
Ну да, я точно знаю, что спана не утонет. Дальше у нас идут порции внедорожников, ребята. Давайте посмотрим на них. У меня здесь ГЛС-63, хороший агрегат. 340 разогнал, полетел в забор, как врезался, понимаю. Очень хорошо прыгнул. Но вроде пока что живем, воды не так уж и много. Так. Ну, слушай, если бы можно было реально поджимать нитро, то машины бы ехали намного быстрее, намного жестче летали бы с трамплинов. Но, тем не менее, трамплины реально выручают прям. Ай. Так, а я еду неплохо, однако. Короче, знаешь, что прикол? Машины, которые очень хорошо летают, на трамплинах немного страдают, потому что с такой скоростью они прилетают, прям врезаются в эти стены. Ну, прям очень хорошо. Вот серьезно, очень хорошо. Ой, сейчас бустом полечу! Хорошечно! Я даже не догоняю, чё так ушуршал-то быстро. А, я врезался. Ну, я тоже очень много раз врезался. Так, накрылся волной, я могу не приехать. Ему он разгоняется, кстати, джип-то. Я утонул. Прикинь. Какое? Я утонул на ГЛС-очке. Такой, я тоже. Да ладно. Офигеть. Прям почти капот в капот. Понимаю. Не, на самом деле я ехал через очень высокую волну, и как бы, несмотря на то, что внедорожники обычно добираются, ну, что-то пошло не по плану. Так, клоун, ты куда? Вернись, пожалуйста, и сядь в машину. Нобля. У меня Lexus, а у тебя Нобля, да. Нобля, старенькая, добрая Нобля, давненько мы ее нигде не испытывали, и на этом испытании будет интересно. У меня, кстати, на Lexus почему-то нет нитро. Хотя оно вроде как должно быть. 27 километров в час, понимаешь? Я думаю, я уже утонул. Ну, я то же самое сейчас думаю про свою машину. Понимаю. Драка, 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 драка на улице, ребята. Леха бушует. Так, полетели. Хорошо. Не, ну, на самом деле, Lexus едет хорошо. Вот это было грязно. Так. Ну, пока что прям not bad. Оно, бля, задира, видишь, да? Врезает Lexus постоянно. Вот такое, да. Давно не огребал, да? Нобля. Оба. Наш на той Нобля. Слушай, но я сейчас приеду, мне кажется. Ты меня просто спас. Но ненадолго, к сожалению. Окей, ребята, в общем-то, Lexus держался очень хорош. LC500, но доехал не так уж и далеко. А Димка у нас... Ну, вроде едет неплохо. Прыгает, старается что-то, может доедет до конца. Так, поехали смотреть на следующие машины. И у нас остается всего ничего. Здесь Бэха М4. Так, я хотел сделать вот так вот. М4 есть нитро, но, если честно, думаю, Бэха не уедет. Вот не знаю, почему у меня такие вот странные сомнения по этому поводу. Но, тем не менее, 290, прыжок. А? Серьезно? Прям вообще? Ладно, я остановился. Ты не доехал? Не, я специально остановился в волнах. Ну, просто встал специально. Хотя и? Ну, я на все заглохла сразу. Ага, доигрался, как говорится. Ну, понимаю, понимаю. Офигеть, я, короче, с трамплина прыгнул прям в высокую-высокую волну. Офигеть, она высокая, выше трамплинов, ребята. Сейчас, мне кажется, Бэха утонет. Хотя... Утонуло? Ну, пока пытается. Давай, 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 да охренеть волны просто. Ну что это за волны? Высотой просто в три машины. Я, короче, спустился и как-то ударился, что ли. Меня перекрутило, я три кульбита сделал. Красиво. Так, Бэха пока что пытается... Ой, хороший прыжок получился. Вот тут прям буст и прыжок. Так, воды нету, топим на все. Прыжок. Не такая плохая тачка. Ну, Бартона она такая, да, я с тобой согласен. Довольно-таки... Слоупочненькая. Я доехал до танка, но волны, волны, ребята, посмотрите на волны, что происходит. Так, прыжок. Так, что у нас, 80 километров в час. Еще прыжок. Ну, не сдается. Как минимум за это уже можно поаплодировать стоя. Офигеть, я прям, знаешь, я прям с огромного разгона с трамплина прыгнул просто в волну и все. То есть, понимаешь, я прям запрыгнул в волну. А там высота, глубина была, ну, наверное, 2,5 машины по крышу. Такое, что у тебя? Мерседес. ТВС-53. Едешь? А, ты уже одну тачку утопил, я смотрю, то у тебя уже следующая. Ну, окей, у меня Zen VTS-1, ребята. Машина, которая, кстати, сейчас будет очень хорошо летать на трамплине. Я стрял. Ха, прикольно. У-у-у-у!
Отлично прилетел. Смотри, как я быстро до тебя. Ну, я не доехал, конечно, долетел, но тем не менее. Чё сегодня с морем? Это озеро, брат. Мы считаем, что море. Это, как его? Сэнди море. И всё, так. Ну, нет пока что, пытаюсь что-то. Вот здесь Мерседес остановился. Давай, 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 я пытаюсь волну перегнать пытаюсь. Руф, спасибо за дверь. Потом починим, но это точно. Ух ты, нихера, Зену полетел. Ой-о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 й
Так. Я тут просто стараюсь выжать, ребята, максималку из Зенвы. И давай, она едет. Она не сдается, она едет. Максимально пытается ехать. Так, отличный трамплин. Прыжок, хорошо. А, кульбит. Волна. Ну все, я приеду сейчас. Да. Я просто, короче, неудачно врезался, ребята, и машина остановилась. Просто с волной закрывает максимально. Так, где там Димон? Димон ползет на моем гелике, кстати, и вроде как неплохо. Так, а у нас здесь остаются последние тачки, ребята, всего ничего. А, как бы я думаю, что гелики должны справляться, а с какой скоростью едешь ты? Вот что мне интересно. То, когда нет волн, а 50 на волны. Понимаю. А этими прыжками пользуешься, гелик-то летающий? Да, но только я не доезжаю до них. Понимаю. Серьезно, гелик утонул? Где Зенва? Понимаю. Так, ну, у меня как вроде Люмия прыгает, и довольно-таки неплохо, и с водой все хорошо, ёпта! Трехочковый попал. Так, ладно, поехали дальше. Я в этот Сильверадо сесть не могу. Серьезно? Да, походу он все запугался. Ну попробуй телепортнуться, не знаю, но такое да, себе дело. Трактор, понимаю. Минус Сильверадо, значит. Так, ребят, ну я продолжаю ехать на Люме. Это если у Димона минус тачка, возможно, мы одну тачку скипнем. Ну, посмотрим, сейчас разберемся. Так, Мерседесик. Ой, отвратительно. Да ладно, у нас, ребята, сегодня волны очень высокие, и даже, короче, гелики не доезжают до конца. Так, а у тебя там что выходит, получается? На тракторе еду. На тракторе едешь. Так, медленно. Так, тут Хаммер, и вот эти... Короче, я предлагаю еще Хаммер взять напоследок, раз Димон взял уже такую интересную технику. А давайте попробуем... А, даже так? Это, короче, у меня этот... Луноход, походу. Я еду 19 км в час. Сильно. А, ты на катке, я тебя вижу. Так, 208 разогнал, нифига, по волнам полетел. А с трамплина тоже прыгнул. Но максимально непонятно. Короче, я так понял, бусты здесь вообще ни к чему. От трамплина в толку просто в миллиард раз лучше. Ребята, это просто смертельные гонки. Вы посмотрите, как топит Димон на катке. Смотри, что творит. Просто, а что с трамплинов не прыгает? Или ты наедешь и обратно поедешь? А, я хотел тебя в прыжке красиво обогнать. Давай быстрее. Кстати, оба. Понимаю, врезался. А ты вообще тонешь, нет? Я? Нет. Да. Но самое удивление, ребята, в принципе, луноход тоже не тонет. Вопрос, что будет с высокими волнами. Я как бы до них еще не доехал. Но я обязательно сейчас попробую в них нырнуть, так сказать, да? Слушай, ну я тоже еду 50 км в час очень медленно. Так, вот волна. Так, вот волна пошла. Просто утонет, не утонет. Ну прям он хотя бы на дыбке встает, и, ребята, он тащит. Он реально тащит на дыбках. Я уже устал ехать на нем. Можно я его скипну? Я утонул. Я утонул, понимаешь? Просто пиши пропал. Такое себе. Так, ребят, на последние тачки. Че у тебя там? Каток прыгает. А, ты с Нитро поехал? Да. У меня пожарная машина какая-то, Е27, что-то такое вообще не знаю. Ну как пожарная машина тонуть не должна? Слушай, прикольно было бы, если бы он мог воду из-под себя отсасывать и как бы впереди себя вот из пушки стрелять. Кстати, то есть как бы... стрелять из пушки, может, ему это поможет? Ну не знаю. Ну, кстати, Е это он not bad, серьезно. Я не уверен, что он не утонет, но Е это он реально добротно. То есть у него хорошая ускоряшка. Прям в стрелу твою так тихо не тонем. Я думаю, там не утонет здесь явно.
У тебя там большой, да, такой, ребята, дабстер какой-то непонятный. Типа, ну что там, шестиколесный вездеход. Слушай, ну охренеть, я, короче, без трамплинов даже еду, 140 без трамплинов. Шикарный автомобиль. Футуристичный, но тем не менее, смотрите, какой неплохой. Да, и он реально не тонет, походу. Хоба! Прыжки на скорости 108 км в час в воздухе. Так, еще трамплин. Так, тихо. Не в сторону куда-то улетел. Но, тем не менее, с нуля придется ехать. Блин, но он едет, да, ребят. Очень хороший, интересный вот такой автомобиль. Что ж, что у тебя там происходит? Можешь ешку поджимать, я так понимаю, ты, скорее всего, не утонешь. Я чуть ворота не перелетел, а потом, когда забагался в них, и у меня аж FPS просело. Понимаю. Короче, ребята, вот такая серия сегодня, вот такая подборочка. У нас осталось две машины, Хаймера не было, но думаю, что если что, поставлю на следующую серию, дабы это было интересней. Ну и, в общем-то, ребята, вот он, наш победитель, здоровый, вот такой какой-то самосвал, БелАЗ непонятный. Нобл, вот такая машинка, катер, спанна, пожарная машина, очень сильно мне понравилась, и каток. Те, кто у нас сегодня смогли исправить. Кстати, еще есть вот Диабло и еще все. Больше ничего нет. Короче, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, наберем 7000, будете красавцы. Не забывайте звать друзей и настраивать колокольчик на все уведомления. Всем пока.